Так, давай. Вот сюда. Так, со склона. Сейчас полетим к нашей базе. Вау. Это слишком круто. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Дудамбалт. А мы, ну, продолжаем с тобой играть в RK Survival World операции. Сейчас вот у меня для тебя просто очень большой, огромный сюрприз. Как ты понял, у нас каждое видео по четвергам, поэтому, ну, каждый раз, ну, жди новый видосик в четверг, я обязательно выложу. Еще, пожалуйста, напишите мне в комментариях, какие вам игры от меня больше интересные, потому что я сейчас больше стал снимать арк, потому что я понял, что вас сейчас больше всего интересует он, и поэтому я снимаю его. А вот для меня он, ну, огромный сюрприз для вас. Это у нас, короче, ну вот я вот уже хожу в защитном костюме. От всего опасного, вот все, что может быть, так, ладно, свет этот выключил, он нам уж не нужен. Лучше вам подлога. Это вот, короче, вот второй этаж моего инкубатора. Я сделал, короче, ну, с напарником мы делали инкубатор. Вот так вот он выглядит. Да. Вот тут вот у нас все питается, только пока мы отсюда весь бензин вынули, потому что нам сейчас никого высиживать не надо. Блин, обломчик. Хрен пройдешь. Так, вот тут вот у нас яйцо Дрейка почти, которое высидилось от моего напарника, будет 20 уровня. Пока вот храним в холодильнике. Еще мы вот в этом термошкафе, не в холодильнике, а в термошкафе, храним яд безымянных, чтобы вырастить Дрейка. Ну, наконец, перейдем, собственно говоря, к Дрейку. Да, были у меня... Вот, кстати, секрет вот этой вот всей комнаты инкубационной. У нас тут всего 20 кондиционеров, подключены все к электрогенератору, и вот два таких диметродона, они спасли всю ситуацию с высиживанием. Так, ну ладно, вот и жемчужина моя. Я вырастил за эту неделю самого настоящего скалистого Дрейка. Вот это мой Дрейк, Сайрекс. Он уже готов полностью. Так, нейтралочка. Отлично, вот он. Могучий, сильный Дрейк, который вырос наконец-то. Я так долго этого ждал, понимаешь? Сейчас расскажу тайну его вот выращивания. Первый раз, когда у них там вот у маленьких уровней, например, голод 1200, или там с 8 соток начинается, их надо кормить там через час 30 минут или через час, потому что они умрут. Ну вот у меня такая ситуация была, я кормил перед сном под конец 12 часов ночи. Ну, разумеется, целый день я тоже с ним сидел. Потом в 3 часа ночи я вставал его кормить. И, наконец, после 3 часов ночи, ну, где-то в 4:50 утра, чтобы покормить. Это было вот самое важное. У нас сервер сложный, у нас X2 стоит. Ну, вот так вот как-то. И потом вот первый день мы продержались, это вот было самое важное. Второй день уже легко, потом легче становится. Самое главное, чтобы у тебя Дрейк выжил именно в первый день, да, это самое важное. Так, у меня тут напарник хренью, короче, занимается. К счастью, я седло уже на Дрейка, разумеется, открыл, оно у меня на 75 уровне появилось. Сейчас вот мы его будем с тобой делать. И, разумеется, проверим его способности. Да, и самое главное, у нас тут вот очень удобно, у нас вон там вот где-то, ну вот смотри, куда вот ружьем показываю, вот там, в том месте у нас, короче, есть специальный подъем наверх, короче, наружу, выход из операции самой там, на планету Луну, вот куда-то туда, вот воздух, короче, то, что над нами, где жнецы там и так далее, там безымянных много. Там вот мы как раз и добывали яд безымянных, у нас тут это очень близко.
Еще вот я его покрасил, у него так изначально перья коричневые, но с переливающимся оттенком в конце. Так они сейчас оранжевые, и вот тут вот я ему на хвосте сделал красный. Так, ладно, погнали. Нам сейчас надо сделать седло на него в каком-то веке. Как ты видишь, мы уже очень хорошо с прошлой серии развивались. А, собственно говоря, как мы получили эти яйца. Получили мы их элементарно, ну, как элементарно. Мы потеряли крабище, мы потеряли одного краба, но нам помогал чувак на жнице. А вот, огромное ему спасибо, он тупо проверял жнеца, а мы в это время, ну, стырили два яйца. Так, ладно. Мне нужно волокно и позже 350. Ну, это сейчас вот мы быстро сделаем. Волокно у меня в крабе было, да? Так, 400 волокна. Кожа тоже в крабе. О, как хорошо там. Вот этот краб, кстати, у нас герой. Он со мной вместе. Вот со мной у меня напарник погиб на тот момент там. А я выжил. Да, я выжил и принес два яйца на базу. Так вот у нас и появилось вот это вот все. А еще как не хватает? Я же все дал. А, блин. Надо что-нибудь убрать. Вот это уберу. Вожу. Все. Седло для скального Дрейка. Вообще волнуюсь, это будет мой первый скальный Дрейк. Мои усилия хоть не напрасны оказались. Не зря я мучился все это время. Еще вот интересный момент. А все ли могут садиться и летать на твоему, точнее парить на твоем Дрейке? Вот это вот я точно не знаю. Так, у него уже повышение уровня. Давай мы тебе, пожалуй, урон прокачаем. Так, поведение, отношение к врагу нейтральное. Извините. Дистанция реагирования, группа, игнорировать групповые свисты. Запретить смотреть, включить игнорирование бессознательных целей. Так, назад, настройка сбора, действия. Так, ну, короче, да, я его растил, было очень тяжело. Судя по всему, на нем, наверное, все могут ездить, но это не точно. Так, ладно, момент истины. Наконец-то. Сейчас проверим его, как говорится, способности. Он у нас на... Сейчас попробуем, что он может на букву С. Так вот он становится, смотри, невидимым. Это потрясающе. Вот запомни, на русскую кнопку S, ну где английская C и русская S, он становится невидимым. У него тратится в углу выносливость. Ну, так, немножечко. Вот у нас тут карт решил сесть. Вот как ты видишь, седло у нас двухместное. Так, ладно, давай попробуем. Вторая кнопка мыши. У нас включается вот такой вот значок белый в углу. Да, видишь? Ёб твою мать. Короче, вот такой вот значок в углу. И он может карабкаться по любой поверхности, да? Давай, залезь. По любой поверхности может карабкаться. Фух. Давай, поворотик. Это очень круто, это безумно круто. Вот видишь, это вот мы можем вот так вот включить невидимость. Его вообще не видно, карабкайся сколько хочешь, но почти не видно. Так, ладно, давай, погнали. Это очень круто. Мне всегда было интересно, что же у нас тут находится. Вот на этой нашей самой высокой штуке. Так, ладно. Приступим к моменту истины. Нам надо лететь, так? Давай. Отключаем когти. И мы парим. Нет, мы не парим. Странно. Парить я еще не научился.
Так, давай, полетели. Вау, 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 как лагает-то. Так, как лететь? Пока не могу разобраться, это вот мой первый полет. Он что-то не взлетает. А, во! Вот он у нас полетел. Так, какие планирую, это тебе не летать. Так, у нас вот иногда провисает. Вау! Так, я вот пока пытаюсь. У нас тут, правда, лаги небольшие. Так, отлично. Пока получается. Так, надо ему отдохнуть. Так, чё же он не отдыхает? Давай отдыхай. Отдыхай. Вау. Так, давай. Так, вот. Так. Так, давай, 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 давай. Это вообще уникальный зверь. Вот, разумеется, когда первый раз на нем летаешь, то ты ничего не понимаешь. Вау, вау, вау. Жесткие лаги, жесткие. Одно FPS. Так, давай пробуем. Так, давай, 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 давай. Так. Так, ну это вот он полетел. Типа, попарил. Профессионал фигов. У меня-то вообще никакого опыта. Я вот вырастил все дрейки, не умею на нем управлять. Ладно.
Так, сейчас. Так, передых делаем на нашем Дрейке. Я вообще это долго ждал, очень долго ждал. Летать он... Это как я учился на этих, на крыльях летать, на своих собственных. Так, ладно, давай. Включаем цеплялку. На вторую кнопку мыши или на правую кнопку мыши. Как, не знаю, как удобнее вам объяснить. Так, это вообще... Это вот с первого взгляда кажется просто, но на самом деле это достаточно так сложно. Так, ну ладно, давай, смотрю я на что-нибудь. Так, какие рывок. Вот как. Давай. Еще рывок. Так, ну давай. Возьмем разгон откунем откуда-нибудь. Нам сейчас самое главное прыгнуть и... Вот, вот, наконец-то я лечу. Смотри, берешь... Вау. Смотри, в чем секрет. Нажимаешь пробел, затем Shift, он расправляет крылья и начинает порхать, парить. Чтобы ему набирать скорость и высоту, ты... Легонечко, короче, сейчас снижаешься вниз. И таким способом он начинает набирать эту скорость. Вот, видишь, я немножко вот стараюсь вниз. Так, давай. Вот наша местность. Наберем ему энергии. Фух, Дрейк. Мне жить на этом Дрейке хочется еще яйца бы других Дрейков. Понабирать как бы. Так, что ты не отдыхаешь? Отдыхай. Так, какие? Давай, полетели. Точнее, попарили. Во-во-во-во-во. Вот видишь, как я направляю курсор? Вверх, вниз, вверх, вниз. Так, теперь вот сюда. Короче, смотри, в чем прикол. Так, вот если вот у Дрейка вот так вот перышки на голове сдыбзились, значит где-то тут женец. Так, и вот смотри, еще секрет. Я нажимаю на левую кнопку мыши, на первую кнопку мыши, чтобы сделать такой рывок. Так, что-то вот с ним, разумеется, немножко вот лагает, но что ж поделать. Так, ладно, давай. Попарили. Это вообще... Вау. Очень круто. Но когда ты ничего не видишь, это нифига не круто. Так, ладно, давай. Невидимость. Невидимость на букву S, ты помнишь, да? Ах, да, надо тебе показать нашу новую базу. Точнее, которую мы собираемся делать. Эта база у нас... Чтобы ты знал, видел, где она у нас находится, это новая база в синем биоме. Сейчас я тебе покажу. Ну, так, какие полетели? Точнее, попарили. Синий биом. Вперед, в синий биом, давай. Так, фух. Вау, Карас.
Так, окей. Рывок. Блин, не получилось сделать рывок. Ну, это вот моя первая тренировка езды на дрейке. Так, ну ладно, давай. Так, вот у него атака медленная. Наносит он у нас... Ну, в принципе, нормально. Это 278% урона, качаем ему жизнь. Так, давай. Попарили дальше. Мне уже нравится, мне очень нравится. Это очень круто. Первый раз ничего не понимаешь, потом начинаешь немножко понимать. Короче, серия у нас обширная и довольно, наверное, большая. Так, давай. Полетел. Ну. Так, давай, 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 давай. Вот сюда. Так, со склона. Сейчас полетим к нашей базе. Вау, 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 вау. Это слишком круто. Вот она. Так, давай. Вниз. Вот наша база. О, растение X. Почти, кстати. А, не, уже выросли растения X. Давай отрегулируем их. Сейчас. Ну вот как-то так. Сейчас пусть он отрегулирует эти растения X. Так, вот пусть он пока поставит на все цели, мы посмотрим, что он у нас может. Зажари. С одного удара. Давай, включаем невидимость. Очень крут. Очень крут вообще. Уровень мне ему пока прокачивать только в кайф. Мой первый дрейк. Он может питаться мясом, до этого он не может. Ему только яд безымянных давай. Только яд безымянных. Так. Вот сейчас проверяем, он ест? Да, он ест. Вот сейчас вот он это есть будет. Так, ну давай. Невидимость. Поползли. Как помнишь, на вторую кнопку мыши. На правую руку. Кнопочка. Так, окей, смотрим. Так, ну, в принципе, хорошо. Окей, давай полетим отсюда домой. Или сейчас кого-нибудь задраконим. Вот, например, этого чувака. Сейчас он меня... А, он пытается меня догнать. Это очень угарно. Не бей только.
Что-то не стреляет Rusting X. Так, все цели нам надо. Так, очень угарно. Это выглядит. Пытаюсь убежать от обезьяны. Так, давай. Краб, иди на меня. Это очень интересно, вот мне уже с первых разов нравится трейлер. Вау. Ой-ой-ой, блин. Так, давай. Атакуем краба. Атаки медленные, но мощные. Очень мощные. Вот прям... Обожаю этого Дрейка. Это очень круто. А, отлично. Повышение уровня. А, ну давай ему вкачаем... Выносливость. Время выносливости. Так. Так, или ну-ка, давай. Так, сейчас, минуточку. Если, наверное, просто что-то не то с этими. Так, ну, как-то так. Давай я своего напарника домой сведу. Вау, вот это тут вообще круто. Так, ну-ка еще. Отлично. Вау. Не-не. Пикируем сюда. Так, выносливости мало. Отдыхаем. Отдохнуть надо. Так. Сейчас я, похоже, буду разбираться, что у нас там с теми турелями. Что-то я, наверное, это... Ошибся насчет обширной серии. Это просто тупо обзор на Дрейка. Ничем заниматься не будем. Сейчас еще надо будет проверить его атаку. Вот видишь, как я пикирую? Вверх, вниз, вверх, вниз. Все потихонечку, ёб твою мать. Блять. Да, уже, в принципе, вообще нормуль. Так. О, яйцо Дрейка нашего этого. Мы, возможно, вот моего напарника будем, возможно, высиживать в пятницу. Ну давай, покажи.
Я в полном внимании. Чё ты показываешь-то хоть? Я даже понять не могу. Приманка для рыб. Да ясно, ясно, да выпендрился, да я уже. Я не знаю, куда он меня везет на моем дрейке. Кое-что для меня он хочет показать, но я пока не пойму, что. А, ну, заебись. Так, что-то он... Куда это он там улетел? Это, наверное, квест. Я должен... Ты чё, дурак? Ты вообще дурак? Так, ну ладно. Посмотрим, что он сделал. Да. Так, жизни. Так, ага. Давай попробуем. Полетели. Попарили. Так, и где она? А, вот он. Вася! Так. Так, вообще не вижу что-то. Давай, вот он, драконью Дрейка. Ой, тьфу, Василиска. Сосиска! Ёб твою мать. Не-не-не. Ну нафиг. Так. Ну-ка. Эй, вот сюда, да-да-да-да, вот сюда давай. Фух. Братан, чуть не умер. Так, ну и где?
Где-то тут записка. Только мы ее не можем найти. А вот. Отлично. Так, ты. Вот он. Папиозы. Отлично. 99 уровень у нашего Дрейка уже. Хотя яйцо было 95. Он пока достаточно слаб. Так, ладно, нам надо полететь домой. Точнее, допарить. Так, давай. Вот этот вот диплодок наш. Вообще сносит на Иви. Давай, на Иви. Снеси. Зажари Владока. Давай. Очень медленные атаки. Да, он очень мощный, если я на нем. Это вот точно, кстати. Вот кто ему привязанный 100% сделал, и вот кто его хозяин, кто его заклинил, тот всадник будет на Дрейке очень мощный. Так. Качаем выносливость. Это 100-й уровень. Так, надо сейчас вспомнить, где у нас дом. Я уж просто забыл даже, где у нас дом-то сейчас. А, вот записка какая-то, я ее открывал. Да, я ее открывал, я вспомнил, что это за место. Так, давай, полетели. Точнее, попарили. Это круто. Однако. Вау. Только иногда вот он меня возьмет, вот так вот залагает. Запроседает. Так, давай. Пари. Не хочет. Давай просто заберемся куда-нибудь сюда, например. Так, все. Давай. Не хочет. Лететь не хочет. Точнее, парить. Вот на таких вот ровных местностях его довольно-таки непросто разогнать, но а что поделать? Давай. Полетели. Давай еще. Пока летим, точнее парим. Отлично. Давай, 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 летим. Точнее парим. Так, интересно, вот у него уже выносливость вообще плохо. Так, давай вот сюда теперь.
Давай, давай, заходи вот сюда, давай. Давай. Так, вот сейчас вот вы... Ну, не сейчас, троллинг. Ну ладно, дорогие друзья. Это у нас была... Очередная серия Aircast Live Evolve. Это мой первый дрейк. Мы уже потренировались полетать. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Ставь лайчик. Следующая серия, возможно, будет побольше. Это такая, как серия обучения для новичков, кто сделал дрейка и... Откуда вот все это появилось там, как его правильно вырастить, как кормить. Ну вот запомни. Сначала час, потом 2 часа, потом 3 часа, потом можешь нормально выдохнуть. Но самое главное проснуться утром и кормить его. Желательно его в 9 часов утра вылуплять и начинать растить. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпал. Всем до скорых встреч, всем пока.